В 23, в 22 пойдем, да? Войд, ты слышишь? Там, короче, ну, сегодня кидало, которые кинули меня в ВК. Мне их Ануп остался живой. Мы его убьем потом? Есть так, ну, там и... никому не принципиально. Десятка. Что? Нет, 25-ка. 25-ка. Ну, если надо, я тебе доказу танчу. Не, я говорю, что не принципиально. А, там вам... Да, там типа мне не принципиально, во второй или в первый виклик за. Я только за время его не тратить. Ну, короче, Ануб живой, я выяснил, это можно пойти. Ну, давай в первом. Пускай, там что там. Падает выбор, да, и ты этого беспонтовый шпот все равно. Это Хартизеи. Кидай, короче, МК на царя обезьяна, а Смолвиль с этим. А, Турбо, блин. Гады, опять... Смотри, о. Мы пройдем Аниксию сейчас, я тебе дам Ирелла, а ты зайдешь в этот твик со своим КД, мы потом примем КД. Да, хорошо. Так, а чё по баф? Thank you.
Да, в Дискорде. Да, конечно. По шуманам, если можно, каску. Чё, без рыбы будем? Мой личный демон ушел навсегда. Мушереску сегодня. Че у вас, 25? Нет. Ну давай, пать. Понял, где он. Да похуй. Да там сейчас за хилбот собьется просто, ребят. А, ну после этого, да. Я потом десятку сгоняюсь, конечно. Он еще красен рисует после никщик ложишь. Я уж хоть одну солоку. А чё мне в ДДшнике, да? Да. Я ему там на роге надо закрыть. Я это роге последний виклик пойду. Четвертая ката будет и все. Блин, чё, солоку никто не лидает, что ли? Не пойму, нифига. Нормально, наверное. Ну да. Ой-ой-ой. Сейчас все на пулем. Все, он оттуда побежал, могут быть. Тут не веди большого в рейд. Сейчас пламя и все ляжем.
Геро вообще не даем. Давай. Рост, говорю, даем, нет? Геро, давайте. Я бошку забрал, кстати. Совсем зелёный. Рискнуть можно, не? Не двое пати киньте. Только вы точно посмотрите, чтобы там ануб стоял, а то будет фиат. Я смотрел уже. Стоит. Ну ты... Ты РЛа не можешь дать, потому что, скорее всего, в данже люди. А зачем второй маг открыл порт шатра от межевых, нет? А чё, у кого КД на... А ну... Да у меня, сегодня же, я тебе говорю, кинули нахуй. Мне доступны петухи там. Как они тебе кинули? Ну, так вот. Я выбросил 95, и там какому-то ДКшнику это 198-го итем левел отдали. Куколды эти сраные. Вот так вот, братан, так что надо с нами ходить сегодня. Блин, у меня камень КД, маг убежал. Маком. Блин, я Виби ничей на лидера отдал. Виби, дай ей, пожалуйста, обратно хотя. То, что вы много раз плюсуете, это вам не поможет. Не могу пригласить члена другой группы. Да, тут, а? Набирайте Диму.
Так вначале он должен зайти, а потом ты, поэтому... Нет, ты, без разницы, кто какой вин зайдет, главное, чтобы на нем был на ком рел, потому когда и идут. Кого еще забыли? Маша, Патя, она плюсовала, Элрэйн плюсовала, Мидвей. А кто у вас по хилам-то был? Это Скуш, Далин, Маша, еще кто-то. Хочешь с собой идти? Угу. А ну здесь отлично, отлично. Звоните только. Ага. Я ж тебя присумонил. Нет. Войт, ты в инсте уже? Виби, брат, давай в демона. А чё, кто бафает? Липал, холипал, да? А чё, ты чё, глаз, что ли? Да. Научились, как... Эвейдить тех боссов, теперь будем каждый раз там. Каких боссов эвейдить, ты о чем? А-а-а, точно, я понял, да. Не, да-да-да, есть такая, есть, да. Сходите-ка, ну. Вроде все, да. Кого ты там, блядь, выйдешь, будешь угодно, когда висит с пугами, нахуй. На ёбчике, блядь. Бафните, что ли, по фулу? Могу рыбку вам поставить. Давай, я за. Вторую ауру на сосредоточение поменяйте. Там холипалов несколько штук. Ставили 5 слаков. В РБК слаков. А чё я что ли? Один приз? Вон фахмирский есть. Сейчас бафы. А бафы есть, чё вы гоните? Ты босс, и я трэш. У тебя уже есть там моб. Лужу не вторую сделайте. Заводи на лужу.
Агро, агро, на лу. Блок не работает. Работает, работает. Только все равно он ускоряется. Давай, Войт, ты босса заберешь. У тебя лучший агро. А то у меня там срывает мне двое. Уматумбы. Плохой стан. Развернитесь, РДД, убейте жука, он меня сейчас ваншот. Нормально. Ревностно уже сработал. Все хорошо. Да, нормально. Вот такие ВК я люблю. Ой, да, прошу прощения. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Ничего не обоссан. Царь, тут не тот портал был. В смысле? А, шатраз он запустил? Ну да. Там одна ручка нужна, да, кому-то. Я ее не видел, но я ее не выиграл, я на трансмут хотел. Мне просто надо на Элему, у меня вообще говно. Если кому-то, может, не надо. Смотри, кто выиграл. Мне не надо, я отдам. Кого можно трейдить? Ика заберешь у нее. Капец, вылетел последним, лечу первым. Так ты ж паладин, здравствуйте. Ай, чё? Правая рука, скорость, крит, хорошая. Пуха напала 45-й, не?
Сегодня и ВК будем пытаться ласт отправить. Так, мы обычно. О, сегодня и ВК, блин. Ты почему не будешь-то? Ты просто уже куда выше. Нет, просто вопрос в том, кому он нужен, этот ласт в ВК. Мне двуручный мечик на трансмут. Там хорошие плащи. Намного лучше падают целкагер. Ну, ОКЗС я бы поспорил, конечно. А, ну с ОКЗС, да. Я, вот, за похуже, конечно. Вот эти вот сундука. Тогда танковского босса можно будет паролить, да? Диском? Да, диском. Царь. Почта на Яндексе.ру оканчивается, да? Яндекс.ру. И дивизию, так я точно не работаю, поздравляю. Да кому она нужна, эта работа, блин? Ну, ждать-то что-то хочется. О, господи, вообще там передачу смотрел по РЕН-ТВ, что некоторые люди у нас в России научились фотосинтез выделять, ну короче. Короче, солнечной энергией питается, как растения. Ну и овощи всякие. Ну вот надо, короче, это как бы стремиться к этому, к фотосинтезу. Такому, наверное, только в России стремятся. Тем более, ты не донатишь, вот. Зачем тебе деньги? Ну, я, например, на квартиру коплю. Так, здравствуй, этот, не знаю, там, одну ногу в землю закопал и сидишь, фотосинтез выделяешь, и все. Шаман, которому пуха нужна была, здесь? Да, да, я тут. Слушай, может уступишь, а? Мне на мейн персонажа, на мейн спек началась нужна. Или тебе прям очень-очень надо? Ну, как бы на Элема, на мейн тоже. У меня 232 МП5 скорость. Ну, у меня такая же 232. Тоже такая же херня стоит. Так, а хил по спеку какой? Холи паладин? Да. Но видишь, там крит скорость, прям вообще зашибись заходит. Ну, я предлагаю по справедливости. Там сервер запустился уже. Чё ты сказал? Я говорю, предлагаю паролить тогда по справедливости. Давай, без вопросов. Парол у Шама было больше. Я говорю, сервер запустился, если что. А, ну тем более, если она говорит, что больше было. Я просто не видел свой ролл. У Шамана 41, упало 38. Тём, не двойте тут. Спасибо. Да. Это я отойду 2 минуты, войду, скажи ещё, а то он муж отошёл. Угу. Капец, откатило, прикинь, меня откатило, сука, даже до шатра. С пятой лоялки первая випка 1% или с четвертой?
Мидвей, ты тут? Mm. Да, там в пулах сидит SnapX, это Рох. Притащи его к нам. Ну и активируй его. Активирую его, блядь. Активация выполнена. Красава. Да, тут что. Нет. Откатило меня до шатров. Аркинон Порос. Вопрос на засыпку, а нахуя они с каждым крашем сервера откатывают его на 5 минут назад? Не знаю. Чтобы больше лута пропало. Просто, ну, они что, не могут восстановить работу без отката? Это еще хорошо, 5 минут, когда-то было на 10 и на 15. Когда-то был такой откат. Что просто все вернулось на ты первый уровень, короче, становится. Это уже вайп сервера. Это откат, блин. Максимальный. Ну, сумонти, что ли? Он на свете появился. Кинь бок рассыпать. О, медвечек. Где там этот паладин? Держи его. Ой. О, там еще какой-то сидит. О, еще там? Да, да, сейчас. А погоди. А вон он. Лови молоток. Баба. Спасибо. Это... А можно попросить, пожалуйста, Бокруса кикнуть с рейда? Я просто его шмот посмотрел и насчитал 8 брюлей, как бы. Мне кажется, это слишком. Царь, завидуй молча. Чё ты завидуешь? Да я... Вот смотри, я навожу на одну пуху, там брюль, на другую пуху, там брюль. Думаю, завидуй, ладно, молча. Посмотрю. Брюль в перчах, в поясе брюль, в этих штанах брюль, в ступнях брюль. Ну, в кольцах нету, ладно, в запах нету. Потом в теле брюль, в плаще нету. В шее брюль. Ну кто так вообще делает? Мне так кондрашка хватит скоро. Миллионеры так делают. Я сегодня видел чела в РБК, у него фулл шмот брюля. Вообще фулл. У него типа брюлей штук 12, наверное, 14. Сколько там всего сокетов в шмоте. У него фулл брюле, блядь. Ну и первая там 8 плюсов ката. Он всего 6, по-моему, плюсов. Или 7. Не, 6. Но я так полагаю, что вряд ли он эти все брюле выбил с рулетки. Красиво живет, чё. Ну, не запретишь, чё.
Да, можно купить, вон, это 11к стоит всего лишь. 13, по-моему, даже там же... Кажется, проще на это все рулетку, наверное, накрутить. Ну, ты понимаешь, с рулетки с шансом, а то ты 100% ну, получаешь. Геру там дадим. Игро. Физическая овца. Сейчас отведу Иглера. Тест на рака сейчас будет. Да Void. Никаких тестов в мою смену. Спасибо. Дневник давать? 5, блядь, поставь ему. Отдай мне 5, да, пожалуйста, за тактику. А можешь 5 с плюсом дать? Мама порадуется. Он мне только за шутки уже 1.5к должен, нифига он не начисляет. Так что... Давай, опять в 5 утра? Ну, это уже, дайте уже ему дизарм. Дизарм дайте. Ой, так где дизарм? Меткости мало, да? Я просто любой пошутил. Он знал, что не дает. Так я-то его убью все равно. Так раньше давалось ведь. Раньше можно было дизайн кинуть. Ребят, на пулю идти. Я слабо на пульщике. Умерли. Они что теперь сделали, что объявление рейду отдельным текстом теперь, ну, вот это такой, это делать, бледно белый. Цветом теперь, да, подсвечивает? Если никому не надо, я пароль, у меня хуй. Просто я понимаю... Что лицо каска сбивает? Дух не идет, но у меня хуй. И его рад, да?
хватит байтить его. А ты знал? Ну, я перебил тебя. Ты за орбитом играл или за альянс? А, я с ниндзей просто, но сейчас они уже не играют. Я там 6 лет проиграл. Ну, за Орду. За альянс в Вороне я их играл. Какое правильное слово, 6 лет проиграл. Ну да. Есть рыба? Рыба есть? Есть. Где там шредер? Да. На кого на пул отдавать? Спасибо. Ну, один хотя бы на меня тебя. Хотя бы дать. Я на тебя дам, окей. Дайте каску ПДК, дайте. Войт, ну ты злодей. Войт такой вот. Я отходить не буду, пошли вон. Сейчас тоже. А блин, глянь, у меня 13 кдпс. Дай прожимку. Смотри, сейчас лягут. О! Где? А, нет. Я из-за вас свой дпс потерял. Видал, как 10к стал? Как рога? Можно потерять то, чего нет? Рога 45-го левела, 10к. Это вообще супер. Гратарио, ты за такие шутки хочешь, ЕП? Конечно. Не, англичане хотя бы говорят, где смеяться. Лопата. Какой-то вербальный знак дают. Почему я не удивлен? Ой, ой, смешно, правда. Это мне. На волну, давайте фулну. Я не помню, на какую кнопку. Накину. Опять сдох. Не, не сдох. Да, ладно. Как же мне этот босс дох? Что? Ну, сало. В топе. В попе, блин. Он сало кидает. Да и что, я тоже не могу пару кастов давать, и чё теперь? Пару кастов? Я вообще не могу ничего давать. Бью белыми атаками. Ты
Да. Да не надо, Гетом. Тот катать будет. По мне сальва киньте, иначе сейчас сдохну. Сдохнешь. Сдохну. Че по ДПС, царь? Красава, Лу, красава. Получается, да, что-то? От защиты, да, нахуй. От патроли, патролем сегодня царя, нахуй. Этот Войд, ставь его еще на куб теперь. Царь, учти, я про тебя только в РБК плохое говорил. Они уже тут говорят. Ну ты его похвалил в РБК, что хилит он неплохо. Он потом нас нахуй вайпал 2 инста, блядь. Так что надо его чуть-чуть подраконить, чтобы ДПСил. Ну, паладину, наверное, надо. Да, а так? Чё это, шею-то отдали не туда или чё? Ну, Краустен, почему зуб отдали? На Краусена вообще и этот не скрипнул, что ли? Краусена, дай, пожалуйста, шею холи. Да я, да, потом заберем, ничего страшного. Двое, а какие там штаны этого паладина прото? Там какие? Т4? Т4. Мастерство есть там? Т10 мастерство. Меткость. Мне показалось, или кто-то бзнул и не выключил микрофон. На плечах мастерство. Мне показалось, что только что ты делал это. Нет, это не я. Да нет, это ты. Ну ладно, ладно, раскусил. А он такой Лерой Дженкинс и пошел, да? Лерой Дженкинс! Ло, ты ПВП спек не сбрасывал? Сбросил ПВП. Пец ты, короче. Так я БДК хочу сделать. Ну как сделать? 4Т4 есть, в принципе. Ну ноги Т10 РД подкопить. И, блядь, чарить, сокить уже можно. Моя видео, думаю,
Да, клинику на 170, по-моему. Да. Ну, таким же танчик можно 25 обычки хоть лича. Угу. Чё, нет, то можно. А чё, ИП совсем не убрали с викликов, что ли, или чё? Ну ты же сам говорил по поводу этого. Как это все делается. Что челы ходят в онли виклики, а потом роляют чешки. С приором 35. Речь-то не за это шла. Пояснить, сейчас хочешь сделать три виклика, а ЕП будет на каждого перса также. Вообще здесь создаешь два альта, хуяришь виклики, получаешь три приора каждый виклик. Неплохо. Там пуст. Во-первых, есть срез. На викликах ты нихера не поднимешь. Ты кто это такой сказал? Что тебе мешает поднять на викликов? Срез есть. Все говорят, Войд, а как поймать и поднять еп? Я отвечаю, ходи раз, три раза в неделю в виклике. Походу, что Ланы царю подогнал. Это настолько плохо, что даже хорошо. Ходите, чего там ставят? Берешь просто и ставишь, что вы накупили, и все. Давай в натуре могу накупать, а не ДПшки все равно. Уже загнали. Нет, я начал бить, когда уже был бой. Не стоять, не смотреть. Автомат. Да ты пока ставь пока кубы. Ставь метки, Иби, готовь шкаф. Кто там за воротами? Потаскушка, ты только? Но он тут дерется с нами. Нет. Он за воротами. Быстрее по чертворцам играем. И они остались еще. Не забудьте меня потом резать, пожалуйста. Где он, больняки? Ой. Не, ладно. Виби, шкаф.
Тыкаем. А, ты можешь поменять меня? Ты же еще там танчить будешь, у меня так лагает, блядь, ромбик. Меня на какой-нибудь куб пихать? Ну, то я могу куб прожимать, ДПС все равно не даю нормально. Но если хочешь, конечно. Активация 8 секунд. Ты босса держишь? Этот, как его? Турбо, закрывай луну. Я турсы позакрываю. Они ближе к боссу. Да, ему. Я принял его. Вот, я тебе тут не очень нужен. Может, я пойду тогда поближе. Пять секунд до кубов. Прожали. Прожали. Нормально, у меня куб багнулся. Или кто-то куб держал. Я холм буду забрать. А Еру когда? Расслабься. Скажу кушать. Кубы. 5 секунд до кубов. После обкишки. Еру сразу. Еру. Давайте. Еру. Прожали. Не теперь, короче, каст не этот. Надо стоять, походу. Чтоб нажать. Стоять на платформе. Ну тут у тебя каст идет, куба. У меня нет. Тоже нет. Бабах, бабах. Сейчас уйду. Папочка. Хотя у меня иллюзия не раскрасила. 5 секунд кубы. Готовимся. Бля, где? Прожали. Прожали. Голову давай сразу порубим. Давай запилить. Ролить голову. Угу.
подчевывает. Но на полном был, я начислю сейчас. Да ему не надо. Сколько ты начислил? Прям сейчас его пойдем. Пересобирать будешь? Шел сюда за голову. Прямо ремень поролил в натуре. Вроде шаман не ролил. Шаманом в натуре поролил ремень, который был. А второй шаман не ролил, ты ему. Я вообще бы уж понял, 232 у меня, 226 шмот. Тём, а ты чё там в протопале носишь? Какие куски 4, ты 4? О, четвёртая карта.